Как вы знаете по предыдущих видосах, моего брата Рикардо укусил скибиди туалет, и Рикардо сам превратился в скибиди туалета. И так как обратно вернуть моего брата уже, к сожалению, невозможно, я решил его замочить. Но после этого мне стали сниться разного рода кошмары, и я потерял сон, нормальное мышление, а также у меня появились панические атаки. Но самая жесть произошла во вторник, когда я просто сидел спокойно и смотрел телевизор, как вдруг я услышал какие-то стуки у себя на чердаке. Стуки не стихали, и я решил лично залезть на чердак и проверить, что там происходит. Помня, что нападение скибидистов началось именно из чердака, я на всякий случай захватил с собой вантус. Взял лестницу и начал взбираться наверх. Я уже был почти у цели. Открыл дверь и там ничего странного не обнаружил. Стуки, кстати, прекратились. Но я решил убедиться наверняка и решил заглянуть в самый темный, самый страшный участок моего чердака. Ну, здравствуй, братец мой бывший. Ну как, я же тебя убил. А я и не живой. Я призрак, который пришел тебе мстить. Вот черт. Да-да, ты что, забыл? Я же сказал, я призрак. На меня физические атаки не работают. Ну давай, побратерствуемся, скибиди. От судьбы не убежишь, братец. Развали от меня! Что, братец, ты забыл, что я же теперь призрак? Я могу проходить сквозь стены. Теперь ты от меня никак не упрячешься. Святая вода! Куда? Что ты взял? Фух, исчез. Святая вода все-таки помогла. Но что же мне делать? Думай, Назар, думай. Точно! Я использую орудие Тивименов. Только понять бы, где он? Здесь нету. Ах ты тварь! Ах ты тварь! Вдень! Вдень! Ты думаешь, тебе эта рука по мне поможет? Вода рано или поздно все равно кончится. Иди ж ты сюда. Да стой! Что? Что ты на это скажешь? Где ты это взял? Этого не может быть! Нет! Нет! Нет!